Салют. У вас впереди праздник. В общем, все есть. Ведущий, есть крутой ресторан, есть море гостей. Вопрос за малым. Что дарить этим самым гостям за участие в конкурсах? Это могут быть материальные подарки, а могут быть и нематериальные подарки. Начнем с нематериальных подарков. Что это может быть? Это могут быть аплодисменты, это может быть песня диджеев, это могут быть различные сертификаты для ваших гостей. Вы спросите, какие сертификаты? Все просто. Например, на посещение кафе. Молодые виновники торжества обязуются обязательно в ближайшие полгода сходить с победителем в ресторан или в библиотеку. Или в кинотеатр. И, наконец, материальные подарки. И вот здесь немножко сложнее. Для начала нужно определиться, какой бюджет вы готовы потратить. Полезные подарки. Это мелкая либо крупная бытовая техника. Это может быть какая-то кухонная утварь, если это интересно вашим гостям. Это могут быть книги и настольные игры. Подумайте, вы знаете своих друзей, родных и близких и очень хорошо, что им будет полезно. Ну а уж если вы сомневаетесь, обратитесь к вашему ведущему, поговорите с ним, расскажите ему больше о своих гостях, и я уверен, он посоветует вам что-то очень интересное и полезное.